Прямо сидит там парень. Да там берешь заявление, копию пишешь. Прокурор и все местная архитектура и природоохранная все дают положительный ответ на наш запрос. Но депутаты не хотят решать этот вопрос. Им надо именно там застраиваться. Хоть это они прекрасно понимают, что там и вырубка деревьев, это нарушение экологии, это будет нарушение экологии всего. То есть мы считаем, что депутатам сказать, что не делайте того, что нельзя делать. На взрослом пикете дети поддерживают родителей, скажем так, и они борются за свое будущее, то есть за чистый воздух. Они хотят дышать чистым воздухом, видеть зеленым город наш, Чернигов, потому что не так больше прислушаются депутаты взрослым, как прислушаются к детям.